Всем привет! Вы на канале Фурлан Kids Blog. Сегодня я буду из змейки делать собаку. Перед тем, как я начну, поставьте лайк, подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны. Ну, а я начинаю. Сначала змейку надо разложить. В ровную линию. Так, сейчас. Вот, я разложила. Теперь надо сделать мордочку собаки. С одной стороны палки проворачиваем ее на два раза. Берем за следующую белую, крутим два раза в любую сторону, только в одну. Потом берем за эту белую, вот, и поворачиваем вот так. Вот у нас уже есть мордочка собаки. Берем за вот эту белую. Поворачиваем два раза. То есть нет. Вот. Два раза. Теперь берем за эту белую. И начинаем. Сначала берем тут. Так вот. Делаем первую лапу собаки. Вот, сделали первую лапу. Теперь берем где-то две белых треугольника. После этого и поворачиваем это два раза. Потом поворачиваем второй треугольник два раза, белый. И поворачиваем синий. Тоже два раза вверх. Вот у нас готова собачка. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!